Всех приветствую. Утро 21 сентября. Ночь была спокойная, не было взрывов. Хотя вчера вечером в 15 минут 12 был слышен сильный взрыв в городе. Нигде ничего не пишут. Вообще как-то странно, знаете, тоже нигде ничего не пишут. Там бум, потужный выбух. И все. Где? Как? Как вести себя людям? В каком районе? Что делать? Никто ничего не объясняет. Как-то настолько как-то... Типа, чтоб ворох надизнався. Смешно. Там наркоманы эти закладки находят по координатам. А ворох именно не знает, как ракеты свои пускают. Ну, вообще, никто нигде именно точно не сообщает, как вести себя людям. Куда оно прилетает. Бум, выбух, все. Сейчас все ждут видеообращения. Сами знаете кого. Все эти разговоры про референдум. Понятно, для чего эти референдум делают. В случае чего, что если идет контрнаступление, то он идет наступление уже на Россию, а не на захваченные украинские территории. Поэтому вот такая вот история. Все, будут новины. Сообщу вам. Бережите себя. Все будет добре и здоровья вам.